Добро пожаловать. С рождения вы обладали преимуществами, которых не было у других. Но не будучи людьми высокой морали, вы использовали эти преимущества ради собственной выгоды, получая все за счет других. Сегодня ваш индивидуализм будет подвергнут испытанию. Выбирая, как действовать, прислушивайтесь к своим инстинктам. Но я заклинаю вас, поступить иначе. Догадались, где вы? Говорят, подражание — это самая искренняя форма лести. Что вы видите? Месть может изменить человека, превратить в того, кем вы быть не можете. Вы сидите в баре до закрытия, напиваете, чтобы можно было уснуть, бредете, шатаясь к своей машине, а на следующий день все начинается по новой. Я хочу знать, есть ли в тебе жажда жизни. Это искупление. Я даю тебе выбор. Можешь пройти курс реабилитации, после которого сможешь спать по ночам. Решайся. Значит, и на этот раз ты нашел то, что искал. Или так тебе кажется. Твоя преданность делу достойна похвалы. Но я спрашиваю тебя, какие уроки ты вынес из этого путешествия? Тебе известна поговорка: обманешь меня раз — позор тебе, обманешь меня дважды — позор мне. Ситуация, в которой ты оказался, связана с доверием. Поэтому я спрашиваю тебя, научился ли ты доверять мне? Игра окончена.